Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Нокс! Да включи ты свет, волшебник, ее... Мое уважение, волшебники. Значит, вчера Sony анонсировала новый геймплейный ролик аж на 14, мать его, минут по вселенной Гарри Поттера. Мы его, естественно, сейчас вместе с вами посмотрим, но сначала мне нужно подготовиться, как бы, да? Я как бы как уважающий себя волшебник приоделся, да, приоделся. У каждого уважающего себя волшебника есть волшебная палочка, да, у меня их две. Вот это и еще одна палочка у меня тоже есть. Значит, дальше. Зацените, что я нашел на барахолке. Господи помилуй, ты посмотри, что это. Это же великолепные постеры из третьего фильма. А как он называется? Напиши мне, откуда эти постеры. Третий фильм. Блин, это просто великолепно. Ты посмотри, как они выполнены. Они даже пахнут Гарри Поттером, ты понимаешь? Пахнут. У каждого уважающего себя волшебника есть животное, с которым они приезжают в Хогвартс. Ну, у меня, конечно, это не сова. Но в целом, мне кажется, он в порядке. Ну, стой! Yeah, boy! Я дождался, наконец-то. Я очень давно... Avalanche. Я фан. То есть, ну, по моему шарфику понятно, за кого я буду играть, да? Porsche Games, Wizard World. Wizard, мы с вами знаем, что такое. Lumos. In-game footage, work in progress. А, ну, нас как бы предупреждают, что это все еще в прогрессе. События игры разворачиваются задолго до появления Гарри Поттера, Волан-де-Морта и всего того, что мы с вами знаем. Ну, зло какое. Круто. Hogwarts Legacy! Porsche Games. Теперь вопрос, когда она выйдет, блин, с нашими событиями. И выйдет ли вообще? Welcome to Hogwarts Legacy. Добро пожаловать! You're a new student at the famed school of witchcraft and wizardry. Офигеть! Ability to manipulate powerful ancient magic hidden in the wizarding world. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy wizardkind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. Блин, Хогвартс как настоящий. Это же на ПК будет, да? You can study magic and begin to solve these mysteries. You must create the witch or wizard you want. О, это свой перс. О, даже шрамы можно нанести. У меня сейчас шрамами будет перс. When you arrive at Hogwarts, you are распределительная шляпа. The four Hogwarts houses, Gryffindor, Puffendor, Coffingrey. Да, да. Ой, это эти. Общежитие. Хогвартсово. Пятикурсника. Вы начинаете в качестве пятикурсника. О, это где мандрагор выращивали. Гербология, да. О, это молодая учительница, которая... Мадам... Как ее звали? Shall we begin? А это кто? Что это за препод? А, это ПВП, да? Это ПВП, это сражение ПВП. Дуэль. Да-да-да, дуэль. Время правильного приветствия. Там надо поклониться было, они не поклонились. Остолбеней, сука! Где моя палочка? Ать! О, с кайфом! Да он его убил фактически. Неплохо для новичка. О, зельеварение, да? Это профессор зельеварения. Варить зелье. Блин, она выглядит очень масштабно. А где двигающаяся лестница? Ни разу пока не показали. Двигающаяся лестница. Магические. Пакень. Это в Хогвартсе? Хитрые загадки. Круто. Вопрос теперь в сюжете, что туда запихают? То есть, что я должен буду делать? Знаменитые места, которые могли исследовать ранее, да-да-да. Ну, знаменитые места, понятно, мы можем наверняка даже в аллею, да, съездить. Сейчас конец 1880-х.
Однако вы можете узнать несколько... О, почти безголовый Ник! Это же почти безголовый Ник! Это он! Почти безголовый Ник. С кайфом. Ага. Призраки. Талантливые колдуны и ведьмы. Книгу взял. Акцио, он сказал. Он сказал, акцио книга. О, блин, это будет основная, мне кажется, тема. Полеты на метле и этот, и... Квиддич. Окружающих. А где это он? Magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you unravel a dangerous. Это легендарно. А что это за рыцарь, подожди? Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight and if the safety of Hogwarts lies in the balance. Наверное, что-то с гоблинами, да, будет связано? Наверняка что-то... Какая-то такая история. Интересно, это согласовано с Джоан Роулинг, типа? Ран Роука способна на большее. Опасные существа. О! Ой-ой. Не, выглядит как RPG. Прокачка, наверное, будет даже. Выглядит как RPG, не иначе. Непростой союз между гоблинами и темными волшебниками. Хауксли, тебе нужно быть только отвлечение. Круто выглядит. Кто он? Кто этот мальчик? Выглядит очень бодро. Это просто бодро выглядит. О, это повзрослевшие мы, да? Репаро! Spells and combat. Дайте мне это! Дайте сейчас! Дайте демо-версию, дайте! Дайте что-то! Это будет очень... Это будет легендарно. А чё, он зеленой магией колдует. Прикольно, тролль. Взрывные, обездвиживающие заклятия. Разные, видимо, эти школы магии можно будет изучать. Ага. Некоторые для атаки, некоторые для контроля. Классика. Прямые атаки. А что, можно быть палочкой прямо тыкать? Я чисто с палочкой буду заходить. Бомбочка. Но это все пока выглядит как рендер. То есть, ну, типа, взять бочку и закинуть в человека, это слишком сложновато. Вопрос, как мы будем колдовать. Одной кнопкой все это будет происходить. Особенно способны колдовские. Лапендо! О, нифига! Это трансгрессия? Он трансгрессирует прямо там, на месте? Это слишком крутой маг получается у нас. А как он так прокачивается? То есть он должен же... Сжигайте инсендио, да. Инсендио. Уничтожайте ваших врагов. Круто. Вы можете даже использовать таинственную могущественную магию. Она не запрещенная, таинственная. О, зима даже будет, времена года. Комбинируйте десяток заклинаний. Круто. Акция! Инцендио! Чистый ведьмак! Разные школы заклинаний. Акция, он его забирает, типа, инцендио. Но это вообще, это слишком круто, я не знаю, кто это будет делать. Мне кажется... Опа. Talents, а, таланты и обили, да, абилити. Да, прокачка, это RPG. Выполняйте испытания по всему миру, чтобы получить опыт. Улучшаете ваши способности, выбирая таланты для прокачки. Невидимка! Инвиз! Интеллект. Круто. Интеракт. Обыскать можно людей. Лут. Покупать или создавать свои магические снаряжения. Увеличит ваши атакующие и защитные возможности. Собирать, да, собирайте грибочки всякие. Аккуратно давите, когда разминаете ингредиенты. О, это тоже зелье варенья, кстати.
Можно зелье себе варить, также подготавливаться к битве. Но это чисто вот ведьмак в мире Гарри Поттера. Заклинание, да, не единственная тема, которая поможет тебе в бою. Магическое обучение в Хогвартсе, развивая ваше становление ведьмой или колдуном. Варите зелье, которое улучшит вашу силу или понадобится, да-да-да, для усиления. Круто. Пьешь зелье, становишься крутым. Он прямо камнем стал. Буквально. О, можно растениями управлять. Смертельные корни мандрагоры! Вон она кричит, которая мандрагоры кричит. На уроке зверей вы можете узнать. У, какой клевый! Это чисто этот покемон. Клевый. Мир выглядит прям большим, но на самом деле это, наверное, не так. Я думаю, что... путешествовать по миру. Я думаю, мир не сильно будет большой. Campaigns. Некоторые способности вы изучите от студентов, которые станут вашими друзьями. Mm-hmm. Отношения с одноклассниками. Круто! Но это ж нифига не онлайн, да? Это соло-гейминг. Это наш шанс. Очень храбрый путешественник, который ищет справедливость. Нацай Онай. У Поппи Свинк очень доброе сердце, она любит любые магические... С ними общаться. Магические звери. Бесстрашный перед наказанием. А, парень, да? Да. Запретная секция, сучара! Круто. Чем быстрее ты применишь реальность, ага. Двигающиеся картины. The Room of... Добро пожаловать. Выручай комната. О, это этот маленький гоблин! Это Добби? Это же Добби был. Добби свободен. Выручай комната, да. Чё хочешь есть в ней? А, здесь можно крафтить, я понял. Вы попадаете... Ваши желания, да, любые. Что хочу, то и делаю. Invisibly Potion, типа... Это зелье невидимости. Вы должны преуспевать. Ага, это комната представителя... Собирать, варить зелье. Все здесь можно. И улучшать снаряжение. Вы не можете, потому что так как вы не можете всегда везде успевать. Полезь не домашний эльф, а Дик его зовут. Домашний эльф. Дик! Дик не уверен, есть только... Сейчас что за Дик? Дик. Магические способности, круто. О, выглядит вообще бодро. Это Хагрид, да? Это рядом с Хагридом происходит. О, кися какая кися! Beyond the Castle Walls. Это типа можно улететь оттуда, да? Не все, что вам понадобится в вашем приключении, доступно в Хогвартсе. Вам придется посетить соседнюю магическую деревню Хогсмит. Да-да-да. Круто. Мы даже в Хогсмит сможем слетать. Ну это вообще просто что-то. Это что-то легендарное будет. Легендарное. Круто. У Хогсмита есть опасная сторона. Банда тёплых ведьм и колдунов. Не, они окружают его прям буквально, смотри. As you explore, you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders, and areas of unusual interest. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine. Or coat the ground with snow or rain. Unique wizarding hamlets pepper the countryside, each with vendors and residents who have stories to tell, and missions with which they could use your assistance. Это что-то очень глобальное нас ждет. Это что-то очень гиперглобальное. Magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was a student at Hogwarts. Были созданы самим. О, нифига, ляхуха. Some have been corrupted by a mysterious dark magic, while others are at risk of poachers and their traps. If you're feeling benevolent, you can rescue them and restore them to health in the room of requirement. Мы можем приручать их. О, это знаешь кто? Забыл я, как их зовут. Фискаль. Фистралы, фистралы. Ого.
Будь осторожны в исследованиях, поскольку они могут привести вас на темный путь. Учите заклинания, дружите с союзниками, путешествуйте по миру невиданному ранее, раскройте древние секреты, сражайтесь с мистическими угрозами и изучайте давно забытые тайны. Станьте ведьмой или колдуном, оставив свой собственный след в магическом мире. Кайф! Наследие Хогвартс. Наследие Хогвартс, господа! Я бой! Дайте уже сейчас. Завтра куплю. Можно завтра? Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Холидей. Ясно. Господа, я надеюсь, вам понравилось. Доступно будет якобы на выходных этого года. Выходные, соответственно, это у нас лето. Летом этого года. Господа, я рад, что вы со мной вместе это все дело посмотрели. Фанатам Гарри Поттера вообще нижайший респект и поклон, потому что мы с вами буквально одной крови. Давай ладошку, приложи ее к экрану. Приложи ладошку к экрану, мы с тобой одной крови. Хорошего вам денька, господа. Пойду еще раз посмотрю этот ролик, может, что-нибудь интересненькое там заценю. И пойду читать дневники разработчиков и форумы, потому что там наверняка есть... что-нибудь интересненькое. Все, всем хорошего дня, всем пока. Нокс!